В деревне Каменка Нелидовского городского округа бойцы поискового отряда «Гвардия» военно-патриотического центра «Подвиг» в огороде заброшенного частного дома обнаружили и обезвредили 112 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В одном месте находились мины как советского, так и немецкого производства. 16 мин калибра 81 мм, 59 калибра 82, 35 взрывателей к противопехотной мине, один взрыватель к мине калибра 50 мм и одна граната. Упакованные в металлические коробки мины основательно заржавели и стали еще более опасны. Тем не менее, именно такие находки привлекают так называемых черных копателей. Из боеприпаса они изготавливают действующее взрывчатое вещество и продают на черном рынке. Для чего нужна взрывчатка покупателям? Глушить рыбу или готовить теракт можно только предполагать. И еще, все боеприпасы обнаружены в населенном пункте, где и сейчас живут люди. Роковая случайность или простое любопытство может стоить жизни. Такие случаи известны. Взрывоопасная находка в Каменке могла разнести всю деревню в щепки. По счастью, этого не случилось. Поисковики сообщили о найденных боеприпасах в администрацию, полицию, и только потом мины были уничтожены специалистами-взрывотехниками на специальном полигоне. Мы же еще раз предупреждаем жителей региона об опасности таких находок. Обнаружили? Звоните по телефону 112 и действуйте по инструкции специалиста. Самодеятельность в таких вопросах равносильна гибели.